общем, вкратце о том, что было вчера. Пока я иду в туалет, который, кстати, находится где-то вот там. Мы взяли места на Блаблакаре. И, ребята, обязательно обращайте внимание на то, куда именно, в какую точку идет ваш Блаблакар. Если это что-то приближенное к тому месту, то лучше не берите, потому что у нас оказалось Пуэрто де Санта-Мария. А это, секундочку, в 30 километрах от Кадиза. И каким-то чудотворным образом мы просто вовремя пришли, поймали... Дверь. Я. Поймали автобус, который ехал до Кадиза. Но, конечно, все не так было просто. Нет, туда мне не надо. И... Доехали в итоге до центра. А от центра до сюда, а это находится в Марине, примерно еще 2 километра. И самое, сука, обидное, что вчера был последний день карнавала, который длился месяц. И мы приехали ровно в тот момент, когда он закончился. Удача. Ну ладно, сегодня иду. Идем втроем исследовать Кадис. Я думаю, что это будет охрененно круто, потому что говорят, что этот город самый старый город в Европе. Вот так. Если что, если вдруг кто-то не знает, я из Владивостока. Я там 22 года прожила благополучно. И для меня вот этот вот ветер, вот этот запах моря, это настолько что-то прошитое в моем ДНК. И когда я... Чувствую этот запах, вот, мне кажется, мне нужно вот так идти. Чувствую этот запах, этот ветер, эту соль буквально. Мне кажется, что я дома, что мы вот сейчас, вот я сейчас смотрю на вот это все, это как будто, блин, я во Владивостоке, правда. И такое чувство, что мы сейчас сядем на катер и поедем на острова с ребятами. Не знаю, жарить мидии, которые мы сейчас поймаем, и сидеть у костра в палатке, и слушать, и засыпать под шум прибоя. Короче, я чувствую себя просто дома. Победитель в номинации «Самая огромная рыба на планете». Итак, только что я купила 0,5 килограмма исполинской клубники. И она нереально вкусная. Так, друзья, думаете, что вы когда-нибудь видели большую клубнику? Хрена с два. Внимание. Она огромная, она гигантская, она на пакете, посмотрите. Готовы принять. Пойдем дальше. Короче, мы просто влюбились в этот город, потому что он супер милый, он как будто собрал в себе все самые милейшие. Яна съела только что клубнику, и учитывая, что у нее аллергия, она ее все равно съела, потому что стоит она копье, и она нереально вкусная. Потому что буэно. А очень милый момент следующий. Все киоски здесь называются, соответственно, именам их владельцев. Вот, например, Хосе Луис Мартинес, Хуан Кастро и, внимание, Хесус и Папита. We are.
помады, понимаешь? Что? 24 евро. Нет, реально, кроме сухой, 24 евро.